Так что насчет вечера? Я встречаюсь с ребятами. Опять? Вы будто женаты друг на друге. Так и есть. Скоро купим дом, будем жить там с женами и детьми. Ага. Эй, Майки, поехали! Можно хоть раз серьезно? Вообще-то это важно. Тише. Да что меня призвали. Ясно? Что, прости? Меня призвали. Повестку прислали. Утром. Отправить во Вьетнам аэромобильную дивизию. Я не хочу, но я должен. Я должен, понимаешь? Это как в тот раз, когда ты упал с крыльца, помнишь? Прошу. Не отключайся. Держись. Прошу. Держись. Прошу. Повторяю, сообщите ваши координаты. Держись. Держись. Тебе не нравится твоя работа? У нас все отняли. И ничего не дали взамен. Есть планы на вечер? Прямо сейчас специальный репортаж CBS о Роди Чарли. После 70-го росло неповиновение. Иногда они открыто отказывались выполнять приказы. Возьмем свое. Ждем 5 минут и заходим. Тихо, я сказал! Нет! Эта война не закончится никогда.